Именно сегодня мы должны были принять это по времени, по хронологии принятия дальнейших решений, по введению его в действие. Поэтому это было на 11 число, поэтому это была сознательно и заранее спланирована внеочередная сессия, потому что очередная у нас будет последний четверг этого месяца. Единственный вопрос, вынесенный на рассмотрение депутатов, новая версия устава города. Основное внимание на выборность мэра. Первое чтение и публичные слушания поправок в главный документ города вызвали немало разногласий и среди политических партий, и среди населения. Коммунисты, коих в горсовете меньшинство, ушли в глухую оппозицию. Требовали отменить решение горсовета о принятии нового устава в первом чтении. Затем место на трибуне занял другой представитель компартии. Доклад участников немного утомил, и лишь немногие выслушали то, что излагал депутат Навлев. 1 ноября 2010 года были проведены общественные слушания по проекту устава города Орла. Большому, к сожалению, органы местного самоуправления с самого начала пошли по пути неправомерных действий, так как 1 ноября рабочий день. И работающие граждане были заняты как минимум до 17 часов. Коммунисты после своего доклада с сессии удалились, выразив таким образом свое несогласие с происходящим. Свое мнение орловчане, пришедшие на публичные слушания, выразили в одной социальной сети города Орла. Но большинство депутатов горсовета продолжают стоять на своем. Спор по уставу продолжался около 40 минут. При этом аргументы у противников были те же. Сегодня предложена система, когда население избирает совет. И я вспомнил коммунистический лозунг. Вся власть совета. Вспомните, товарищи. В защиту поправок в устав появились и новые аргументы. Хозяйством городским должен управлять профессионал, человек волевой, имеющий серьезный опыт работы. И такого человека никогда мы на выборах не получим с вами. Последней репликой перед подсчетом голосов был призыв одного из депутатов. Хватит заниматься политикой, давайте заниматься городом. У нас проблем и без этого полно. На этом обсуждение решили закончить и устав окончательной доработки отправить в тираж. Ввиду отсутствия несогласных, коммунисты удалились с сессии еще в начале рассмотрения, документ был принят во втором окончательном чтении единогласно. За новый устав руки подняли 26 человек. Все присутствующие в зале депутаты. А это значит, что Виктор Сафьянов – последний народный избранник. С 1 марта 2015 года всенародные выборы мэра в Орле отменяются. Отныне выбирать мэра будут депутаты из своего числа. Появится и сити-менеджер, он же городской глава. Его назначат по контракту мэр. В случае, если нынешний градоначальник покинет свой пост раньше срока, то новый устав вступит в силу сразу же. Екатерина Игнатюк, Владислав Гапеев. Для программы «Оперативный эфир».